Всем привет, YouTube, привет. Это у нас хундайчик Санта-Фе. Тут есть повреждения. Вот на крылышке, на заднем у нас вот такая вот вмятинка. Хозяин за машиной следит и поэтому попросил удалить эту вмятинку. Снимается фонарь. Видео отдельно есть. Вот снимаем такую заглушечку. Она состоит из двух частей. Это вкладыш один, другой. Вот есть доступ. Отсюда есть доступ. В принципе, и отсюда доступ. Так что отверстий сверлить смысла я никакого не вижу. Вот, чтобы это дело подрепетировать. Ну и что, берем, делаем. Вот таким вот крючочком. Очень даже острым. Вот отсюда и вот отсюда. Вот она наша вмятина. Блин, снежит. Вот так вот сделалось. Сейчас чуть еще подчистить и в принципе. И в принципе все. Тут есть еще пару-тройку. Но это уже потом. Вот, все мы сделали. Поскольку крючком лазил, все равно вот здесь красочку как бы чуть повредил. Берем мовильчик такой хитрый. Вот. И задуваем лишнее. Сейчас берем салфеточку, убираем. И вот так вот аккуратненько. Все ставим на свои места.